Давай. Дальше. Да. 20 мая, значит, плыву от Киева до Канева. Мост метро, ну, значит, Бухара. Не видно. Мост метро, Бухара. Ну, вот все мои вещи, в принципе. То есть, рюкзак, Advanced Elements Frame, прикормка, палатка, топор, фидер, спиннинг, удочка. Реально классный каяк, быстро надувается, очень качественный, очень практичный. Очень много элементов у него сделаны по военным технологиям. Стоимость, конечно, приличная, но он того стоит, поверьте. Так, надуваем. Угу. Вот сам каяк. Процедура установки очень простая. Насос работает на накачку и на скачку. Два клапана армейских. Ну все, каяк собран. Где-то прошло минут 6, наверное. Может, 7.